Надо сказать, Крещендо возглавляет список дополнительных работ, а в основном списке на проведение ремонтов в этом году 2 детских сада и 8 школ. Всего департамент образования на эти цели получил порядка 170 миллионов рублей. Основные деньги уйдут на завершение капремонта в саду «Ручеек» и на начало капремонта «Золушки». Далее в 1-й, 8-й и старом корпусе 2-й школы будут полностью заменены системы электрообеспечения. Кроме этого, первые этажи в зданиях 6, 7, 9 и 12 школ адаптируют для инвалидов. А на входе в учебные заведения появятся пандусы. В 3-й школе на лето намечена реконструкция системы пожарной сигнализации. К слову, 3-я школа и 1-я гимназия еще в 2010 году должны были стать на капремонт. Но тогда по вине подрядчиков планы были сорваны. Теперь 2 этих учебных заведения внесены в план на год следующий. Правда, только инженерные системы тепла, водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции и так далее. И только на это потребуется 110 миллионов рублей.